мяу, 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 мяу. Нэнси, что случилось? Мяу. О боже мой, у тебя день рождения! Нужно позвать Рэйчел, чтобы она узнала, что у тебя день рождения! Пошли! Рэйчел! Что-то, мой идиот, еще нужно от меня! Рэйчел! Рэйчел! Ну что тебе надо? Афанасий, что тебе надо? Я спала, сейчас 4 утра. Что тебе нужно? О, Рэйчел, сегодня у Нэнси день рождения, ты не должна пропустить это. Если ты пропустишь, будут большие неприятности. Блять, ты от меня и так не отстанешь. Пошли уже. Итак, Нэнси, как мы празднуем твое день рождения? Мяу. О, точно, мы отправимся в казино Ракушка. Ракушка? А, да, я же там работаю уборщицей. Точно, Рэйчел, а я там работаю крупье. Да, люди, которые читали страницы книги в тени, наверное, поймут, в чем отсылка. А теперь выдвигаемся в казино! Вот мы и тут! Вау, посмотрите, тут все так блестит, играет музыка. Что еще тут? Тут люди тратят деньги, чтобы заработать больше денег. Боже мой, да это отличное место! Рэйчел, в какую игру сыграем? Мяу. О, точно! Сыграем самую лучшую игру в казино, а именно в по... Ну, дурак. Итак, кто из вас ходит? Мяу. О, а ты чё, боже мой! Нет! Нет! Я проиграл все свои деньги! Нет! Нет! Мяу. А, Нэнси, милая кошечка, слушай, может я не буду ходить? Ты же не хочешь, чтобы мама Рэйчел все потеряла? Мяу. А, ладно. Ох. Я теперь мяу. Мяу. О, Нэнси. С днем рождения, Нэнси. Пожалуйста, дай нам еды. У нас нет денег. Нэнси. Боже мой, Нэнси. Нэнси, пожалуйста, дай нам хоть немного еды. Мяу. Нэнси, пожалуйста, ради Рэйчел. У меня еще не осталось. Мяу.